Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, в ожидании сказочного прекрасного праздника, в преддверии декабря, я решила приготовить салат оливье. Нарезаю вареную колбасу, отварную морковь, картофель отварной. Все нарезаю кубиками. Репчатый лук. Маринованный огурчик. Добавляю соль, черный молотый перчик, консервированный зеленый горошек и майонез. Все хорошо перемешиваю. Подавать буду салатик в хрустальной вазе. Приятного вам аппетита!